1 января 1924 года, 95 лет назад, умер человек, навсегда изменивший судьбу российского государства и политическую карту мира. Наш земляк Владимир Ульянов для многих до сих пор является примером для подражания. Есть у его идеологии и молодые поклонники. У нас на сегодняшний день вырождается Всероссийский Ленинский коммунистический союз молодежи. Мы стартуем первым большим мероприятием. Сегодня у нас митинг «Реквием», посвященный 95-й годовщине со дня смерти нашего земляка Владимира Ильича Ленина, который прославил наш регион, который действительно вывел наш регион на новый уровень. Вы сами знаете, то, что в советское время здесь было очень много и туристов из других стран, из других регионов нашей страны. Акция получилась немногочисленной, однако очень искренней. Сюда пришли лишь те, кто хотел отдать дань памяти человеку, а не заработать политические очки, воспользовавшись случаем поругать существующие порядки. Павел Половов, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.